Друзья, всем привет! Звездная разминка снова в эфире. Мы на телеканале Казспорт. Сегодня в нашей фитнес-студии потрясающая, красивая спортсменка, мастер спорта по фигурному катанию Ажар Жумаханова. Ажара, привет! Ажар Жумаханова, казахстанская спортсменка по фигурному катанию. И самый главный наставник, судья, тренер Ажары, ее папа Ержан Жумаханов. Ержан Жумаханов – гордый отец, воспитавший одну из лучших фигуристок страны. Я знаю, что папа очень много всего сделал для тебя, но давай мы сегодня сделаем силовое упражнение, силовой комплекс больше для твоего папы. Ержан, все для вас. Будете бегать очень быстро и, наконец-то, меня догоните. Но прежде чем я покажу силовой комплекс, это подарок мой для вас, друзья, и для Ержана, я хочу, чтобы и Ажара, и Ержан показали по одному упражнению своему самому любимому для разминки. Разминаем икры. Как мы будем это делать? Поднимаемся на носки. Вот мне было всегда интересно, насколько высоко поднимаются на носки фигуристы. Так, я сейчас вижу, получается, пятка от пола сантиметров на 10. У бегуна больше. Но мы, силовые атлеты, практически вообще подняться не можем. У нас голеностоп неподвижен. Так, размяли. Ну и теперь любимое упражнение у бегунов. Выпады, конечно, СБУ. Выпады. Но фигуристы тоже делают выпады, да? В ОФП. Мы сегодня в силовом комплексе выпады делать не будем, но мы будем делать приседания. Поэтому я думаю, что выпады нам сейчас хорошо разогреют и коленный сустав, и бедра. Стоп. Хорошо. Ну, я разогрелся. Ноги, по крайней мере, у меня разогрелись. Итак, первое упражнение. Смотрите. Мы делаем приседание. Колено не выходит за проекцию стопы. Вдох, выдох. Теперь смотрите. После одного приседания мы делаем один выпад. Позаимствовали Ержана. Второй выпад. А теперь все это объединяем. Готовы? Пошли. И присед, выпад, выпад. И таких еще три раза. Присед, выпад, выпад, друзья, еще два, присед, выпад, выпад и завершаем, присед, выпад, выпад. Это первое упражнение нашего комплекса. Смотрите, мы будем делать вот такой вот переход на руках до положения прямой планки и уходим назад, да? Попробуем 4 раза. И почувствуйте, как пресс работает. И назад. Еще 3 раза. Раз, два. Еще 2. Хорошо. А знаешь, чтобы усложнить, вот сейчас мы сделаем еще один. Я тебе покажу, как можно усложнить. Смотри. Друзья, вы потом уже можете так тоже усложнить. Жара, давай, давай. 4, 5. А? Сложней? Да. Вот так. Это у нас второе упражнение. Ну что, друзья, третье упражнение, тоже мышцы кора, называется «Супермен». Выпрямляем руки, выпрямляем ноги, поднимаем правую руку, левую ногу 10 раз. И 8, 7, сначала одну сторону, 6, 5, 4, 3, Ажара, чувствуешь? Да. 10, 9, 8, 7, а ты побоялась, что я сейчас усложню? А я усложню, 4, 3, 2, теперь, Ажара, смотри, ноги на весу, поднимай ноги вверх, руки под подбородок и делаем 10 подъемов корпуса. 10, 9, ноги на весу, 8, разгибатели спины, уровень поясницы. 4 и дышим, выдох, 3. И ягодицы сжимаем, 2, еще один, стоп. Вот, встаем. Ну и теперь я после силового комплекса, когда мы уже натренировались, проснулись, разогрелись, я бы хотел спросить у Ажары. Ажара, вот насколько тебе нравится фигурное катание? И если бы это было не фигурное катание, то какой спорт бы ты выбрал? Сложный вопрос. Но я думаю, что если не фигурное катание, то, может быть,
художественная гимнастика, потому что она очень схожа с фигурным катанием. То есть тебе нравится эта вся красота, пластика? Ну, тогда, может быть, танцы еще какие-нибудь? Нет, танцы мне не нравятся. Пауэрлифтинг – это тоже очень красиво. Бодибилдинг. Ну, не знаю. Но фигурное катание, вот мы недавно разговаривали про кёрлинг, что в кёрлинге можно тренироваться практически всю жизнь. У фигурного катания какой возраст профессионального? Ну, есть спортсмены, которые тоже до 30 катались, такие как Плющенко или Каролина Костнер. Но я думаю, что так как мы начинаем с раннего возраста, с 4-3 лет, поэтому наша карьера, конечно, чуть меньше, чем у остальных. Да, ну вот если вы так рано начинали, следующий вопрос, наверное, к папе. Ержан, вот отдать дочку в 4 года в спорт. Тогда мы не думали, что вырастет чемпион Казахстана. Мы ее отдали просто так, для того, чтобы она закалила свое здоровье. Да, вот недаром я в начале программы сказал, что вы главный наставник, главный куратор, он же главный судья и тренер в жизни. Старшая дочь, зовут ее Карина, она также занималась фигурным катанием, но до определенного периода она пришлось ей оставить, так как она выбрала точный предмет, математику, и закончила физико-математическую школу. Также сын занимается футболом, он играет в Кайрате, и младшая дочь занимается плаванием. Вам, друзья, здоровья, счастья, сильного иммунитета, заряда бодрости, а наша звездная разминка на Каспорте, которая научит вас заниматься в любом месте, дома, на работе и в любой точке мира. Я с вами, Тен Валихан, всем здоровья. Ажара, Ержан, спасибо вам. Всем пока!